Кино на ТВ Рус. Вам кого? Найти вас было непросто, поверьте. Семья Фомичевых, которых вы не знаете, оставила вам все свое состояние. Нет, не слышала даже. Все живые существа должны быть живы, и за ними должен осуществляться уход. И сколько их там? Не знаю. А может быть, мне взять только наличные, а квартиру возьмет кто-нибудь другой? Вы обязаны тут жить. Может быть, мне вообще отказаться? Вы знаете, который час? Нет, не знаю. Я голодный, как собака. Вы не туда попали. Где моя мама? Я вообще не знаю, кто вы такой, как вас зовут. А что вы делаете? А вам-то что? Где моя мать? Она умерла. Вон отсюда! Слышите вы? Убирайтесь! Я не хочу никого видеть. Я просто пытаюсь разобраться, как я здесь оказалась. Закройте меня. Евгения Добровольская и Илья Шакунов в фильме «Блюз опадающих листьев». В воскресенье на ТВ Рус.